танцы. До свидания.
Yeah.
было на пеню, заглянула на плечо. Ах ты, Ванька, ах ты, пёсок, куранищу нанёс. Я знал, когда тебя куда-то было. Ну ладно. Меня еще с Петей карточки сделают, ну. Ну так давай, ладно. Он же на гитаре играет, я же запомнил. Ты друг моему сыну. А. Я с Тихорицыным живу. А в армии служили вместе в Ёшкарове. А он же к мне ездит, а я как понимаю, как за мать его матери-то нет. Вот Саня. А так. Мать меня Ваньке послать карточку, а одну сделал. Я понял, запомнил. Ну, сейчас. Ну. Так это, ждете меня в гости-то? Так выходным лучше? А может и на буднях? Сегодня-то что, среда уж? А ли вторник? Сегодня вторник. Мама, Лиза! Я иду. Вторник сегодня. Ага. Ну так к концу недели, может, или на выходные? Завтра у нас ее баня, завтра. Сколько-то, не знаю, рано лет поедет. Четверг, наверное, да? Да. Он бывает на машине с молоковозом. Ага. Как на машину, так и едет. Ну, после четверга, в общем, да? Да. Вот так, я достану. Хотя, видишь, что деревья можно сказать. Нет. Так сваток, теплая неделя, тут я не знаю. А я думала, куда а я пошла и Так я это... Так вы где это... Елизавете перезвоню? Да, у этой... Заварзиной Павловой Константиновной. Может, знаете, не? На Пионерской 10. Так скоро уж поеду. Холмогоры, да. Питер потом уж. Ну, а там на следующий год уж. Нет, пиздец, помирать. Да еще рано? Жить можно. Рано-рано. Пока можно, так надо и жить. Можно. Если никто не видит, только на хлеб. Пока живешь, надо и жить. Да, надо. А мы привыкли. А я около детей живу. А слушай, а я ну, свое хозяйство тоже у меня есть. Не, ну сейчас уже переехали к дочке, да. Я около племянника живу. Дрова, а слушай, не тужи, говоря, мама, о хлеба. Тужила дрова, а сейчас две машинки, миллион на год. А ведь где, а пенсионеру тут сколько платят? А ведь это... А сегодня еще подорожало это свет-то, да, ведь? Свет подорожал. Все подорожало. На 20, на 20 лет он. Чего эти свет будет? Сейчас мы на 200 до тех пор... Не, был 80, а вроде что. Машуня, до тех пор будем успеть, потому что больше копейки не будет. Проживем, ладно. Поживем, убедим.
Можно? Нет, даю. Ага, правильно? 72-й год. Неужели же я во время Отечественной войны прожила? Во время Отечественной войны. А кем были? А я простой лесорубка. А 14 лет, да? 16. Ага. А ведь война-то началась... В 41-м? В 41-м, не 22 июня, а уже ладно, ночи. Слушай, 22 июня, ровно 4 часа Киев бомбили, нам объявили, а мне 23-го, 16-го. Мне бы надо в школу ходить, в 7-й класс, ну, 7-й, я сколько? Я знаю, мы, нас кевровские, мы кевролы из Карпогорче и сразу всех в лес, на лесозаготовку. Не, а на оборону это не посылали? Нет, не была. Постарше кто был, да? Что не было у меня, я все на лесозаготовку. До 50-го года. Так не вылезали из лесу-то, да? Да. А в каком месте рубили? В Кускопальском лесопункте. Туда, к Пачихе, не? Тогда не те звания, ну, Пачиха. Ну, по Юле, не? По Юле, по Юле. Все было, легко, а всех труднее было спецзаказ. Выборочный, палубный. Вот ну, а вот это, палубные сосны, да? Палубный, оружейного балбанка. Вот это на... О, это, ну, на лошади ведь? Да? А 16 лет. Угу. Понимаешь, 16 лет. А сейчас 21 год работы нет. Вот я до этого очень беспокоен. Я как нам привелось прожить. Даже не болели, и болели, так не хотели. Нас не воспринимали. Да, так не давали тогда ведь и больничных? Только не давали. Ну-ну-ну. Работай. Угу. А не заработал? Угу. Знаешь, парев трибуналу. Хозяин, да? Нет. А этот малыш. Малыш? Малыш, да. Он у меня после работал маленький был мальчиком. Ему бригадир не давал лошадки. Да? А я уже в 50-м году стала бригадиром сельского хозяйства. А он к мне ходил. Что ты стала? Я пизда, да ты мне ходя поезда. Ну, курицы просил, да бабка не давала. Дедушка, смешно, да вы мне бабку так поспевать будем. А смотри, да ну помирай будем. Да-да-да. Было время, мы подвели. Молодая, да веселая пройдусь, не вернуться на мне горе не беда, я своей работой с тобою горжусь, я ударница колхозы вокруг, да. Было время, да? Гадники были, все. Ну давай, частушку. Сейчас и шушку споют. А, давай-ка нам. Ну-ка, где на ты такой? У тебя дочка? Я вот это улетник. Ты говорите, ты глубоко нет. Ты глубоко нет. Все бы веселилась, все бы под низом лежала, все бы шевелилась. Молодая моя, да свинюшка моя, я надеюсь на тебя, да ты прокормишь меня. А молодая там уж вышла, да недолго пожила, победали, да мы ей яичами не пила. Я уже... Мама, поем, да?
теперь-то да. Раньше ограничивали. Коммунисты ограничивали, да? А генералик, видел я, что на ногти у тебя одна рубаха да и тайского. А, мой друг. Запросто. Два. По двух. На Петроле погуляешь, пока оба молодые. Два. А Саня та? А я Санечка, солнышко, да посулила помню. А посулила, не дала, сказала, дырочка мала. Вот баба. Ну? Баба, я приуважка меня, а я бы рада уважать, да под того не улежать. Не слезает, да? Ну-ка, заходи, хорошо. Сейчас поет частушку. Да? Мужскую. Нет. Старики вы, старики, старые остолопы. Не могли бы вы найти командал самой жопы. Так и не поняли, да? Ты грабился. Дед хорош, молотил, бабка подсевала. Дед покурить и просил, но бабка не давала. Ну, давай, давай. Эх, дед, ты мой дед, береги морковку, полетим на луну, сделаем стыковку. Два мы, никто не, а два мы. Ну, не два. Они про морковку, а? Два, смотрите. Про морковку, частушку-то. Не буду. Нам-то где она? Чего? А про морковку сейчас стелят-то, не? Я хочу позировать. Не. Она ушла. Яна, а вы уже забыли слова-то? Она уже придет. Козенку? Да. Он открыл магазин вина в Тарвате. Ну! Она выпускает. Слушай, мужчину нельзя позорить, лучше подсказать. Конечно. Лучше. Все нравятся, да? И я тут. Какая жена есть, мы холостые. Вот. Глаза разбежались, да? Два мы. Я знаю, как ты. А, слушай. А вот ежели не встать с камня... Слушай, про морковку-то как частушка? А? Про морковку. Эх, дед, ты мой дед, береги морковку, полетим на луну, сделаем стыковку. Не, 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 Позвала. Приезжай. Ну, давай, 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 при